Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать, как в Gridbox 2 можно сделать эффект при наведении на объект. Сейчас перед вами три картинки, я навожу мышь, и эффект у нас картинка поднимается вверх, и под картинкой появляется легкая тень. То есть это у нас эффект идет на секцию, и значит здесь может быть любой элемент, не обязательно картинка, любой плагин. Это бесплатный урок к моему новому видеокурсу «Лендинг пейдж на лету». Ссылка в описании под этим видео. Давайте посмотрим, как реализовать вот такой эффект. Я перехожу в режим редактирования Gridbox. Напоминаю, что этот урок будет полезен тем, кто знаком уже с Gridbox 2. Если вы сейчас не понимаете, о чем идет речь, то я вам предлагаю ознакомиться с моим пошаговым видеокурсом для создания потрясающих красивых лендинг пейдж. Итак, сейчас я прямо на ваших глазах удалю то, что я сделал, и покажу с нуля, как это реализовывается. Я добавляю, значит, колонки, беру три колонки. В колонку, соответственно, вы добавляете все, что угодно. Это может быть любой плагин Gridbox. Я показываю на примере изображения. У меня уже загружены какие-то изображения. Я добавляю первое изображение. Сразу изначально у нас есть здесь скругленные края и есть своя тень. В данном случае мне это не нужно, поэтому я это убираю. Так, кликаем по карандашку. Во всплывающем окне тень я ставлю на 0, перехожу в макет и убираю радиус. Нажимаю галочку, все, у нас тут в принципе готово. Посредством Gridbox пока сделать такое нельзя. Мы будем применять сторонний код. Под этим видео будет ссылочка на текстовый документ, где я разместил вот такой уже готовый кусочек кода. Вы полностью его копируете. Смотрите, мне нужно применить эффект именно на отдельный вот этот элемент, так как у меня будет их три. Также будет этот эффект работать, если вы примените его вот на общую вот эту секцию. Давайте применим этот код. Мы переходим вот здесь вот инструменты, редактор кода. Если у вас здесь есть уже какой-то код, то вы просто снизу его добавляете. Вот таким вот образом. Нажимаем здесь галочку. А, ну это еще не все. Нам нужно прописать класс. То есть, соответственно, чтобы наш элемент понимал, что это код для него, нам нужно вот взять вот это shadow слово. Здесь перейти именно у плагина изображения в карандашик, прокрутить самый низ, и нам нужен суффикс класса. Мы его просто здесь проставляем. Слово shadow. Нажимаем галочку. И у нас, вы видите, в режиме редактирования уже все работает. Дальше мы просто делаем дубликат. Если у нас подразумевает три элемента, делаем еще один дубликат. Перетаскиваем. И здесь уже просто меняем изображение на какое-то другое. Выбрать. И меняем здесь. И выбрать. Нажимаем слева в углу сохранить. И вы видите, у нас с вами все получается, все работает. Вот такой вот классный эффект. Если вы впервые видите данный урок, впервые видите этот классный инструмент конструктор лендингов на Joomla и заинтересованы, то я предлагаю вам ознакомиться с моим новым пошаговым видеокурсом для начинающих «Лендинг пейдж на лету». Ссылка в описании под этим видео. На этом данный урок закончен. Если он вам был полезен, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет также в описании этого видео. А на этом здесь все и пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга.
готовый КМС, 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.